Напитай себя самого, свою семью и весь мир дом хлеба. Now I want to speak to you about three parts of your character. Я бы хотел сейчас поговорить о трех частях вашего характера. In fact, this is the first three chapters of the book Model Man. На самом деле, это взято из первых трех глав этой книги Model Man. I want to encourage every man in here to read it. Я бы хотел ободрить каждого мужчину прочитать эту книгу. The first one is the word integrity. То есть первое это слово целомудрие. The second is purity. Второе слово это чистота. And the third word is example. И третье слово это образец. This is character. То есть это то, что составляет характер. Вот эти три слова, они дают определение твоему характеру. Если ты позволишь Господу работать над своим характером, тогда Он размножит тебя, и Он сделает тебя плодовитым. Давайте посмотрим на первое. Это слово целомудрие. Это то, о чем говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит, сделай себя образцом. И прояви в себе вот это целомудрие. У Авраама оно было. Job had integrity. У Иова оно было. Joseph and Daniel. У Иосифа и Даниила They это were было. Men of integrity. Они были людьми целомудрия. They were men who had wholeness in their life. Они были людьми, которые имели целостность The в своей word жизни. Integrity Само по себе это слово means whole. Оно означает целостность. Complete. Оно означает совершенность. Nothing missing. Нет ничего, что чтобы не доставало. If someone gives me a pie, если кто-то даст мне пирог, in a box, кто-то мне принесет пирог I love в коробке, pie, я люблю пироги, and I open the box, я открываю эту коробку, but there's a little piece missing. А там одного кусочка не хватает. It gives me a funny feeling. Странное чувство у меня возникает. I think, who ate that slice? Кто съел этот кусок? Was it a rat? Крыса, может быть? Was it a person? Может быть, человек? It's something missing. Чего-то здесь не хватает. This is the word integrity. Вот это смысл слова целомудрие. There's nothing missing in your character. Что в твоем характере нет ничего you недостающего. Can have many things right in your character. У тебя многое правильное в твоем характере. But if there's one piece missing, но если одной части не хватает, God has to change that piece. Бог должен поменять это место. Here's a few parts to integrity. Вот несколько частей составляющих. Number one is the way you handle money. Первое – это то, как ты обращаешься с деньгами. Throughout the Bible, God dealt with people in the way they handle money. На протяжении Библии мы видим, что Бог относился с людьми часто так, как они относились со своими деньгами. Achan stole a little bit of money. Achan stole a little bit of money. Акила украл немного денег. Gehazi took a little bit of money. Гехазий забрал тоже немного денег. Ananias and Sapphira. Анания и Сапфира. Misrepresented their money. Они сделали ложное заявление о своих деньгах. And God judged that character. И Бог осудил этот характер. Now the way that you handle your money. Теперь то, как ты относишься со своими деньгами. Is the first sign of integrity. Это есть первый знак. I think it has to do with paying your bills. Я имею в виду, как ты оплачиваешь свои счета. Sometimes Christians don't pay their bills. Иногда христиане не оплачивают свои счета. Churches don't pay their bills. Церкви есть такие, которые не оплачивают And свои счета. And it's a bad character in the community. И это само собой представляет плохой характер для общества. Our church is 52 years old. Наша церковь уже 52 года. We've never been late on a bill. Мы ни разу не опоздали с оплатой счетов. I was on television for about 20 years. Где-то 20 лет, на протяжении 20 лет я был по телевидению. We always paid our bill on time. Мы всегда оплачивали это эфирное время. And the local television station на местной телевизионной станции is very secular. И это очень светская they станция. They do not like anything to do with the church. Они ничего не хотят иметь общего с церковью. But they let me buy a little small commercial Но every morning. Они позволили, чтобы я купил небольшое время для рекламы After каждое 20 утро. Years, и вот после 20 лет they call me to the station. Они пригласили меня на станцию. They wanted to have a luncheon. Они хотели иметь большой обед. I thought they were going to try to find something wrong with our church. Я думал, может быть, они пытаются что-то найти не то в нашей церкви. I was very
very nervous. Я очень переживал. So we ate lunch. Поэтому мы пообедали. Sort of quiet. Так тихо очень. And then the president of the station. А потом президент этой станции. Who also owns the newspaper. Который также является владельцем He газеты. He said, "I guess you wonder why we brought you today." Он говорит мне, наверное, ты задумываешься, почему мы пригласили тебя на обед. I said, "Yes, I am." Да, конечно. He said, "We've checked our accounting." Он говорит, мы проверили свою бухгалтерию. You are our only customer. Вы наш единственный клиент, who has never been late, который ни разу не опоздал с оплатой своих счетов на протяжении 20 лет. И мы просто хотим почтить вас, признать вас вот именно этим обедом. Я сказал, я не знал, что он это замечает. I didn't realize he noticed that I was paying our bill. Я не знал, что он замечает, что я оплачиваю эти счета. The world knows how you manage money. Мир знает, как ты относишься к своим деньгам. And so when your character is correct with money, поэтому если твой характер он правильно относится к you're деньгам, able to testify about the Lord. Тогда ты можешь свободно свидетельствовать о Господе. Another thing is how you keep your promises. Другой момент это как ты выполняешь свои обетования. Integrity is about commitments. Мы говорим о том, что целомудрие, оно все заключает в посвященность. When I tell you I'm going to do something, когда я скажу вам, что я сделаю что-то, that word has come out of my mouth. Это слово, оно вышло из моих уст. I have to honor my word. Я должен почтить свое слово. The Bible says that Samuel let none of his words fall to the ground. Библия говорит о Самуиле, что он не позволил ни одному из его слов просто упасть на землю. About maybe a year ago, Pastor Alex asked me to come here. Примерно год назад пастор Алекс попросил, чтобы я приехал сюда. And I agreed to come. Я согласился приехать. Well, this is the weekend. На эти выходные. To come to the house of bread. В эти выходные я должен был приехать в дом хлеба. And it's a long way from Louisiana to California. Далеко ехать из Луизианы в Калифорнию. But I gave him my word. Но я дал ему свое слово. I never asked him how many people would be here. Я ни разу не спросил его, сколько людей придет. Or how much money would he give me? Или сколько денег он мне даст? I don't need money. Мне не нужны деньги. When I give my word, но когда я отдаю свое слово, that's the only thing that matters. Это единственное, что имеет значение. If the airplanes cannot fly to California, если самолеты не летают в Калифорнию, I'm going to drive my car. Я поеду на машине. And if my car does not work, если машина у меня сломана, I'm going to ride a bicycle. Я поеду на велике. Because I'm coming to California. Потому что я еду в Калифорнию. If there's not one person here, и ни один человек здесь, I gave my word to this man. Я дал слово этому человеку. And that's how my father taught me. Вот так научил меня мой отец. His father borrowed money at a bank in 1935. Его отец он одолжил деньги в банке в 1935 году. He never signed a piece of paper. Он ни бумагу не подписал. He just shook the banker's hand. Он просто поприветствовал банкиру. За руку, said, посмотрел ему в глаза и сказал, я верну тебе эти деньги. Это все. И вы понимаете, о чем я говорю. В том поколении им не нужно было бумажки подписывать. Мы это делаем сейчас. Ты почти должен заложить своего первородного сына. Some people sign contracts. Некоторые люди подписывают договоры. But they don't honor them. Но они совершенно не исполняют. Because they say, sue me. Они говорят, суди меня. You'll lose more money than I owe you. Ты потеряешь больше денег, чем я тебе должен. You don't need a contract. Тебе не нужен контракт. When you give your word, когда ты даешь свое слово, that you will do a job, что ты сделаешь какую-то работу, that you will be there at a certain time, или что ты будешь там в определенное время, that's your word. Это твое слово. And your word is your bond. А твое слово это твой залог. This is character. Это характер. A third thing is truthfulness. Третье, что мы видим, это правда. It's just telling the truth. Это говорить правду. When you go into the court of law, когда ты приходишь в суд, they put your hand on a Bible. Ты возложишь руку на Библию. And they say, do you promise to tell the truth? И они говорят тебе, обещаешь ли ты говорить правду? Is that where they stop? Разве на этом заканчивается то, что они говорят? They say the Нет. Whole truth. Они говорят всю правду. They don't stop there. И там они не останавливаются. They say nothing but the truth. А потом они говорят, и ничего, кроме правды.
And you say, yes, I promise. И ты говоришь, да, я обещаю. Why don't they just say, do you promise to tell the truth? Почему им бы им просто не сказать, обещаешь ли ты говорить правду? Because people have figured out so many ways to lie. Потому что люди нашли столько много нычек, когда они могут лгать. They can tell a half truth. Они могут сказать полуправду. And leave out a portion of the information. И оставить какую-то часть информации. And the jury may be persuaded. И вот эти заседатели, присяжные, они могут просто купиться на or это. Can exaggerate the truth. Или же могут люди превознести, раздуть какую-то правду, рассказывать вещи, которые не являются истинными. And the jury may be changed. И опять же, присяжные заседатели поменяют свое truth мнение. Is truth. Истина есть истина. I love honesty. Я люблю честность. When I deal with people, когда я имею дело с людьми, I want them to tell me the absolute truth. Я хочу, чтобы они мне говорили абсолютную правду. My children knew that the worst spanking they would ever get. Мои дети знали, что хуже всего им достанется. Is if they told me a lie. Если они мне солгут. God is not a liar. Бог не есть лжец. God does not lie. Бог не лжет. And He expects me to tell you the truth. И Он ожидает, что я буду говорить тебе правду. Paul said in Ephesians chapter 5. Апостол Павел сказал Ефесянам 5 главе. Он говорит: говорите истину друг другу. For they are your neighbor. Ибо это ближний твой. We are members of each other. Мы являемся членами друг другу. Мы Tell являемся the truth. Ближними друг другу. Be honest. Говори правду. Keep Будь your promises. Честен. Исполняй свои обещания. Pay your bills. Оплачивай свои This счета. Is integrity. Это есть составляющая целомудренности. And that's what's going to bear fruit in your life. И это то, что принесет плод в твоей жизни. Integrity is God's character. Потому что целомудренность — это есть характер Here's Божий. Second word I want to give you. Второе слово, которое бы хотел дать вам сегодня. Purity. Это чистота. Purity. Чистота. Character is about purity. Характер, он подразумевает в себе чистоту. And now I'm talking about the sexual area. Теперь я говорю о сексуальной области. The moral area. О моральной области. How do you relate to the opposite sex? Как ты ведешь себя по отношению к противоположному полу, когда ты женатый человек, или, может быть, ты одинокий человек. Это очень важно. Павел сказал в Тимофею прямо здесь. Он говорит, скажи молодым людям, скажи юношам, чтобы они были целомудры, чтобы они контролировали себя, жили чистой жизнью. I think about David. Я думаю о Давиде. David was a wonderful king. Давид был замечательным царем. But when he became successful, стал он царем успешным. Later in his life, позже в своей жизни, something dangerous happened. Что-то опасное произошло. Usually it's when you become successful that you're open to moral failure. Обычно, когда ты становишься успешным, ты становишься более подверженным и открытым к моральному падению. Bible says he did not go out to war that year. Библия говорит, что он не пошел на войну в тот день. He was so successful he didn't need to go to war anymore. Он был настолько успешен, что ему уже не нужно было воевать. One night he walked out on his balcony. Однажды он вышел вечером на балкон. And he saw a woman taking a shower. Он увидел, как купается женщина. She didn't have enough shower curtain. У неё не было достаточно занавески. And he thought to himself. И он подумал про себя. I want that woman. Я хочу эту женщину. Now I want to tell you men something about your eyes. Мужчины, я хочу вам сказать что-то о ваших глазах. You are stimulated by the eye gate. Вас стимулируют ваши глазные яблоки. Women are stimulated by the ear gate. Женщины стимулируются ушами. It's what they hear that motivates them. То, что они слышат, вот это мотивирует их. But for men, it's the eye gate. Но для мужчины это врата глаз. That's why pornography is so dangerous. Вот почему порнография настолько опасна. Because your eyes are always looking at a woman who does not have on enough. Потому что твои глаза постоянно ищут женщину, на которой недостаточно одежды. David sent for that woman. Давид увидел и послал за этой женщиной. He laid with that woman. Он лег с этой женщиной. And his whole legacy was ruined. Все его наследие было разрушено. The Bible always refers to the sin of Bathsheba. Библия всегда упоминает этот грех Версавии. Now I want to talk to you men. Я хочу сказать вам, мужчины. Because faithfulness to your wife. Быть верными по отношению к своей жене. Is honoring your wife. Это есть почтение к своей жене. It's character. Это характер. I know the world is full of temptation. Я знаю, что мир он исполнил искушений. All of us men feel that temptation. И все мы, мужчины, мы испытываем эти искушения. Everywhere we go. Куда бы мы ни пошли. In the mall.
в магазине. Women do not have on enough clothes. Женщины в магазинах есть с недостаточной And одежды. Men ask me, what can I do? И мужчины спрашивают, а что I'm мне so делать? Tempted. Я настолько искушаем. I tell them, call on the Holy Ghost. Я говорю им, He lives inside of you. Призывай Дух Святой, потому что Он живет внутри тебя. И если ты просто назовешь Его имя, Holy Ghost. Святой Дух, All of a sudden you have power. И внезапно у тебя появляется сила для того, чтобы победить это моральное искушение. I want the men to practice that right now. Я бы просто хотел вам сказать, начните практиковать это прямо сейчас. Come on, men, say Holy Ghost. Мужчины, скажите вслух, Святой Дух. Oh, I didn't hear you. Я вас не слышал. Come on, men, say Holy Ghost. Мужчины, скажите вслух, Святой Дух. That's all you have to do. Это все, что тебе нужно сделать. I've trained my men. Я так обучаю своих мужчин. Если ты в магазине, и ты видишь женщину, которая не очень одета так, ты просто говоришь, Дух Святой. Если бы вы видели членов моей церкви, которые ходят по магазинам, они говорят, Дух Святой. Святой Дух. That's good. Это классно. Because we're in a war. Потому что мы на войне. Brothers, this is a battle. Братья, это есть война. This is real. Это реально. You can lose everything. Ты можешь потерять все. We have a president that had moral failure. У нас был президент, который имел моральные падения 15 лет назад. We have a general who had a moral failure. Был у нас генерал, который имел моральные проблемы. Athletes. Спортсмены, бизнесмены, even spiritual leaders. Даже духовные лидеры. This is a spirit. Это дух. It's a spirit that wants to destroy your Это marriage. Дух, который хочет разрушить твой брак. I think about Samson. Я думаю о Самсоне. He was a good man. Был хороший человек. He only had three rules. И у него было только три правила. Number one. Номер один. Never touch a grape. Никогда не прикасаться к виноградной лозе. Number two. Номер два. Never touch a dead body. Никогда не касаться мертвого тела. Number three. Номер три. Never cut his hair. Никогда не обрезать своих волос. Just three little rules. Просто три небольших правила. And yet later in his life. Но тем не менее, позже в своей жизни. When he became successful. Когда он стал успешным. We read that he went into a vineyard. Мы читаем о том, как он входит в виноградник. Wait. Подождите. If you're never supposed to touch a grape, если ты никогда не должен касаться винограда, what are you doing in a vineyard? Что ты делаешь в винограднике? And then a lion jumped out. Потом выпрыгивает лев. And he killed the lion. Он убивает льва. A month later, через месяц, he went back in that vineyard. Он возвращается в этот виноградник. And he put his hand inside the lion. И он вкладывает свою руку внутрь to get этого some льва honey. Для того, чтобы взять меду. Wait, Samson. Но подожди, Самсон. I thought you were never supposed to touch a dead body. Я-то думал, что ты не должен прикасаться к мертвому телу. Why is your hand in the dead? Почему твоя рука в мертвом льве? You know what you see? Знаете, то, что ты видишь. He was losing his standards. Он терял свои стандарты. He was excusing his behavior. Он находил извинения и оправдания своему поведению. And it was a short time. И это было короткое время. Before his head was in the lap of Delilah. Перед тем, как его он попался в руки. Now, my brothers. Мои братья. You must have standards. Вы должны иметь стандарты. My father taught me standards of how to stay pure morally. Мой отец, он учил меня стандартам, каким образом я могу оставаться чистым. The first thing he taught me was to never be alone with a woman. Первое, чему он меня научил, что никогда не оставаться наедине с девушкой, чем моя жена. He learned that from Billy Graham. Он научился этому от Билли Грэма. Billy Graham would never be alone with a woman. Билли Грэм никогда не оставался наедине с женщиной. At night, when he went into his hotel, к вечеру, когда он возвращался в гостиницу, he had his room searched. Комната обыскивалась. He had a man across the hall. Был человек через на другой стороне коридора, who could see that he had never been with anyone. Который знал и видел, что он никогда не был с кем-то другим. And he is the gold standard of purity. И он является в этом смысле золотым Presidents стандартом ask him чистоты. To come to the White House. Президенты приглашали его в Белый дом. Because he stayed pure. Потому что он оставался чистым.
I don't even counsel women anymore. Я уже перестал наставлять женщин, консультировать женщин. I have women that counsel women for me. У меня есть женщины, которые являются консультантами It's для других женщин. It's very interesting. Это очень интересно. My counseling load went down by 75%. На самом деле, на 75% уменьшилось количество женщин, нуждающихся в наставничестве. You can laugh there. Можете посмеяться. Very interesting. Очень интересно. Hey, men. Мужчины. You cannot take your secretary to lunch. Ты не можешь брать свою секретаршу на обед. Those days are over. Прошли те дни. When you're married, когда ты женат, you cannot be alone with a woman. Ты не можешь оставаться наедине с женщиной. Oh, you say it's just a professional relationship. Скажешь, ну это же профессиональные отношения. Really? На самом деле? So you're sitting looking at each other. Сидите, смотрите друг на друга. How would you feel? А как бы ты чувствовал? If your wife walked in. Если бы зашла твоя жена. And you were there with another woman. А ты сидишь с другой женщиной. Or how would you feel? Или как бы ты if чувствовал? If you walked in. Если бы ты зашел. And your wife was with another man. И твоя жена сидела с другим мужчиной. You would walk over to that man. Ты бы подошел к этому мужчине. And say, excuse me. И сказал бы, извини меня. Do you have a problem? У тебя проблемы какие-то? Or are you looking for a problem? Или ты ищешь себе проблем? You can't be alone with a woman. Ты не можешь оставаться наедине с женщиной. That's where most affairs begin. Это то, где начинают вот такие. It starts with a look. Таких отношений. And a look becomes a touch. А взгляд потом проходит, переходит в прикосновение. А прикосновение потом переходит в обнимание. And embrace becomes a kiss. А обнимание переходит в поцелуй. And then full-blown adultery. А потом полностью происходит прелюбодеяние. Keep yourself pure. Храни себя чистым. Paul told Timothy, keep yourself pure. Апостол Павел говорил, храните себя чистыми. Keep yourself pure, brothers. Братья, храните себя чистыми. And then I put a filter on my internet. И тогда я могу поставить фильтр на интернет. You see this iPad? Видите вот эту штуковину? You can get all the pornography in the world right on that iPad. Сюда можно загрузить всю порнографию, которая только доступна. That's why I have a filter on this iPad. Вот почему у меня стоит здесь фильтр. I cannot, it blocks all pornography. Оно блокирует всю порнографию. And it sends an email to my wife every week. Отправляет моей жене электронную почту каждую неделю, что я не видел, не смотрел никакую порнографию. У всех моих сыновей тоже есть такие фильтры на компьютерах. Pornography is rampant. Порнография, она спонтанна. Every one second. Каждая одна даже секунда. $2 million is spent on pornography. 2 миллиона тратится на порнографию в каждую секунду. Statistics show that even men in this room are addicted to pornography. Статистика показывает, что даже мужчины в этой комнате зависят от порнографии. Мой брат. Throw that computer in the Pacific Ocean. Забрось этот свой компьютер в Тихий океан. You see, we have to be examples. Видите ли, мы должны с вами быть образцами. In the store. В магазине. In the parking lot. На парковке. On the road. На дороге. In the bank. В банке. And with our family. С нашей семьей. We're examples. Мы образцы. You men. Вы мужчины. When you walk with your wife. Когда вы идете со своей женой. I want to encourage you to walk alongside your wife. Чтобы вы шли рядом со своей женой. Some of you men, I see you walking about 10 feet in front of your wife. Я вижу, что некоторые из вас мужья на 10 шагов забегают вперед. And you're waving to all the adoring people. И вы всех приветствуете своих почитателей. А ваша жена пытается догнать вас. Don't do that. Не делайте так. Walk with her. Идите с ней вместе. You're honoring her. Вы этим самым почитаете её. And when you come to that door, когда вы входите в ту дверь, I see men open the door. Я вижу, мужчины открывают двери. And they let the door fall on their wife. А потом дверь жену их толкает. Don't do that. И так не надо делать. Open the door. Открыли дверь. And let her go through the door. Пропустили ее вперед, чтобы она прошла через дверь. When you get in the parking lot, когда вы выходите на парковку, I see men get in their car. Я вижу, мужчины садятся в свою машину. And they just blow the horn at their wife. И потом начинают очень сильно сигналить для своей жены. Don't do that. Не надо так делать. Bring her to the car. Подведите ее к машине. Walk around on her side. Обойдите с ее стороны. Open the car door. Откройте дверь. And when you pick her up off the parking lot. И когда вы ее поднимете с этой парковки. Because she fainted. Потому что она упала. Сознание потеряла. Help her in the car. И тогда вы ее вставляете в машину, door, закрываете дверь, а потом уже уезжаете. Amen. Аминь. We're being an example.
Нужно быть примером. And then with your children. И также со своими детьми. Your children are your example ваши in the community. Дети являются образцом you своей bear fruit? Общине. Вы хотите приносить плод? Вы хотите умножаться? You want the Lord to make thousands вы хотите, of copies чтобы of Господь you? Сделал тысячу копий вас? Your children are your copies. Ваши дети есть ваши копии. They're watching your character. Они смотрят на твой характер. We have eight of us in our family. В нашей семье восемь. Six children and Melanie and me. Шесть детей, а также Мелани и я. Every time we went to the restaurant to eat. Всякий раз, когда мы отправлялись в ресторан кушать. When we were leaving. Когда мы уходили. Someone would ask me. Кто-то спрашивали меня. How did you do that? Они говорят, как это у тебя получилось? I said, do what? Я говорю, получилось что? They said, all of your kids were eating like normal people. Они говорят, все твои дети ели как нормальные люди. Oh, I said. Я говорю, а. I have a particular gift. У меня есть определенный дар. I can raise one eyebrow. Я могу поднять одну бровь. And leave the other one flat. А вторая бровь она не поднимается. Only a few people have this talent. Только у некоторых людей есть такой талант. It's like this. Оно работает вот так. So if one of my kids is throwing food. Поэтому если кто-то из моих детей бросает еду. I say, Joel. Я говорю, Joel. And in that eyebrow, и вот в этой брови, I'm saying if you don't cease in your operation, я фактически ему говорю, если ты не прекратишь то, что maneuver, ты делаешь, если ты не поменяешь свое when we get home, направление, то когда мы приедем домой, comic books и не будет столько to у тебя put in the seat of your britches, раскрашек для того, чтобы их when I apply the board of education, тебе смогли прикрыть твое место, когда я буду прикладывать доской образования. На самом деле все находится в этой брови. I'm an example. Я пример. In integrity, в целомудрии, in purity, в чистоте, in finances, в финансах, in family, в семье. You see, there's so many parts to character. Видите ли, так много составляющих характера and есть. Let me just close with this word. И позвольте мне закончить вот этим словом. I have failed in many of these areas. Во многих из этих областях я терпел неудачи. I have flesh like you. У меня такая же плоть, как и у вас. And if I don't lean on the Holy Spirit, если я не буду опираться на Святого Духа, my flesh will come out again. Моя плоть снова вылезет. I'll lose my temper. Я теряю просто терпение. Or I won't tell the truth. Или же я где-то не договариваю правду. I have to say, Lord, help я должен сказать, Господь, помоги мне. I want to be a model man. Я хочу быть образцовым человеком. I want to bear much fruit я хочу приносить много плода для тебя. But the Lord loves you. Господь любит тебя. Jesus is the model man. Иисус есть образцовый. He's the only perfect one. Он единственный, совершенный. We're trying to become like his image. Мы пытаемся быть подобны, подражать ему. And I want you to know today, я хочу, чтобы вы знали сегодня. He wants to forgive you. Он хочет простить тебя. If there's sin in your heart, твоим грехом в твоем сердце. And you know that you failed, и ты знаешь, что ты this упал. Is the moment when you can do. Сейчас это момент, когда ты можешь получить прощение. Если у вас есть вопросы и молитвенные нужды, мы рады служить вам. Наш адрес 6521 Hazel Avenue, Оранжвиль, Калифорния. Церковь «Дом хлеба».